Приветствую всех любителей рыбалки. Сегодня будем ловить в подводных протоках в квадратах G5 и HG8. Вот на такие вот сборочки. Для меня это видео будет трехчасовое, а для вас пятиминутное. Увидимся на том конце ролика. Приятного просмотра. Да, и не забывай подписываться на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании. Пока приманка опускается, давайте посмотрим, какие приманки у нас вот здесь работали. Отловили один час. Гематолов зашел вот здесь, когда меня снесло вот с этой протоки вот сюда. Сразу нам зашла зубатка на 9 килограмм, на 10 почти. Люореспик, мерлуза на люоресцентный октопус. Окунь-клювач на белый октопус. Норвежский окунь на 10-й черно-красный перчик. Гематолов зашел на флюоресцентный октопус. Икша зашла на черно-красный перчик 10. Еще один норвежский окунь на белый октопус. Окунь-клювач на черно-красный перчик 10. И зубатка на черно-красный перчик тоже 10 зашла. И здесь вот нас встретил минек на белый октопус. Давайте теперь здесь половим, посмотрим, как у нас эта протока поживает. Так, ну что, отловили мы час здесь и 2 часа вот в этой протоке. Давайте посмотрим, какие приманки работали. Так, начали вот с этого минька. Больше времени, потому что я еще, ну, перерыв делал, там минут 30, наверное. Минек взял на белый. На белый. Я сразу белый октопус убрал. Кальмар сел на флюоресцентный октопус.
Сайда села на желтый, и тут же сайда села на желтый, и желтый я после этого октопус убрал. Треска на 10 килограмм на темно-синий октопус. Трофейный окунь сел также на темно-синий октопус, норвежский окунь. Так, центролов на флуоресцентный октопус. Окунь-клювач на темный, этот, как его, темно-синий октопус. Золотистый окунь на 6800, также на темно-синий октопус. Мольва голубая села на флуоресцентный октопус. Кальмар на пилкер, на перчик черно-красный. 10-й. Минёк сел на флюореспик, после этого я поставил розовый флюореспик. Ой, не флюореспик, а пилкер розовый. Мерланг сел на темно-синий октопус. Также минёк сел на черно-красный перчик. Точка начала миньком обрастать. Обидно. И пикша последней рыбы зашла также на черно-красный перчик. 10-й. Давайте посмотрим, что вышло по монетам. Сегодня ловить начали вот с этой зубатки. И вышло у нас за 3 часа 1567 монет, что в принципе, ну, средненький такой результат. Редких рыб немного, один трофейчик небольшой. Ну, хотя я думал, гемонтолог будет подороже стоить, 270 монет. Ну, хотя он и маленький, 1300 килограмм. Так, 275, что у нас дорогого-то? Да, дорогого нет ничего, массы взяли. Хотя золотистый, вот на 220 монет еще, да, вышел? Мольба на 60. Ну, как-то так, ребят. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на телеграм-канал. Увидимся в следующих видосах.